меня никому могущественного. Никому. Я духовный. Я наслаждающийся. Никому нет, кто был бы равен мне или превосходил меня в чем-то. Так думает демон. Нет никого, кто был бы мне равен и превосходил меня хоть в чем-то. Так думает демон. Вот почему мы так болезненно воспринимаем, когда вдруг узнаем, что кто-то нас лучше. Мы тоже внутри это культивируем. И вот мы с вами обсуждали, что внутри себя мы думаем о себе всегда лучше, чем о других. Мы всегда о себе думаем лучше.